Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг турнира в Майами, обыграв Мэдисон Кис со счетом 7-6-2-0. Матч продолжался 1 час и 18 минут. Первый сет прошел в равной борьбе, соперницы по два раза взяли чужие подачи, и в итоге все решил тайбрейк, на котором Вика была сильнее 7-5. Во второй партии при счете 2-0 американка отказалась от борьбы из-за травмы. В следующем круге Азаренко встретится с Анастасией Севастовой из Латвии. Это второй турнир Виктории с середины июля 2017 года. Ранее она пропускала игры из-за судебных тяжб по определению места проживания сына. Будь в контакте